Охотников за золотом по горячим следам задержали полицейские Челябинска. Два приятеля срывали драгоценности с прохожих. По следам после совершения грабежа золотой цепочки на территории Калининского района был задержан молодой человек 95-го года рождения. Задержанным оказался житель Магнитогорска. По его словам, он приехал в Челябинск в поисках работы, но трудоустроиться не смог и вместе с приятелем решил грабить людей. Преступление сколько совершил? Одно? Нет. Три дня здесь жил, несколько преступлений совершил. Уже позже полицейские задержали и его подельника. Подозревают, на счету этой криминальной парочки около десятка преступлений. Похищенные золотые изделия они сдавали в ломбард. А задержали за что? На молодых людей возбудили уголовное дело. Им грозит до 4 лет тюрьмы. В полиции ждут звонков от пострадавших.